В Омске найдена мать, которая выбросила новорожденную дочь в мусорный бак. Телеканал Омск ТВ рассказывал о происшествии. Тело девочки обнаружили прохожие 18 декабря прошлого года. Они заметили подозрительный пакет в контейнере. Омичи вызвали полицию и скорую помощь. Врачи констатировали смерть ребенка. Полицейские начали разыскивать мать. Отсмотрели записи камер видеонаблюдения, провели поквартирный обход близлежащих домов. Подробно опросили жильцов. Спустя полтора месяца личность подозреваемой установлена. Ей оказалась 30-летняя омичка, мать двоих детей. Ее задержали в Чкаловском поселке. Женщина рассказала следователям, что третий ребенок был нежеланный, поэтому она решила его убить, скрывала от всех беременность, родила дома в ванную, набрав ее предварительно водой, дождалась, когда ребенок, который оказался в воде, перестал двигаться, положила тело в полиэтиленовый пакет, завязала его и в последующем вместе с другим мусором выкинула на помойку. Проведена экспертиза. Родство новорожденной девочки и подозреваемой установлено. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Женщина может отправиться за решетку на 20 лет. Следователи намерены избрать подозреваемой меру пресечения в виде заключения под домашний арест.